Мы все сидим по домам и празднуем Новый год и Рождество в одиночестве, но это не значит, что не надо расслабляться по-фински. И поэтому я расскажу, как приготовить традиционный рождественский финский напиток глёги. Вот. Он делается на основе вина. Я не знаю, как это. Ладно, допустим, вина. И я всегда добавляю столько же яблочного. Ну как это сделать, Господи? Может, отключить Да. фон, Маш? Ну, прости. Нет. Тоже красиво, но другой фон. О. Вот, Да. теперь вы у меня на кухне. Значит, я всегда делаю на основе красного вина и яблочного сока. И это все нагревается в кастрюльке. Туда добавляется сок половины лимона. Это апельсин, да. Сок половины апельсина и кожура от того же половины апельсина. Туда же отправляется палочка корицы, чайная ложка кардамона, чайная ложка душистого перца, чайная ложка гвоздики и пол чайной ложки мускатного ореха. И все это нагревается до тех пор, пока не закипит. Потом, когда все закипело, туда отправляются еще 3 столовые ложки меда. И когда все немножко остыло и пришло в употребляемое состояние, это употребляется по зуму в приятной компании во время празднования Рождества и Нового года, и все становятся немножко счастливее.